бизнес-идея дает возможность вести свой бизнес через интернет абсолютно из любой точки мира. Достаточно иметь ноутбук и доступ к интернету. Например, раньше, когда у меня была дистрибьюторская компания, и на мне висели все бизнес-процессы – логистика, бухгалтерия, учет, финансы, доставка, торговый отдел и так далее. И ты привязан к одному месту, ты не можешь надолго взять и оставить свой бизнес. Например, один раз, когда мы поехали с женой отдыхать, уехали на 2 недели, когда вернулись обратно, нам пришлось 2 месяца реанимировать свою компанию. И когда я ознакомился с этой бизнес-идеей, я был действительно в большом восторге, что мне не нужно находиться в одном месте, что с меня снимаются все эти бизнес-процессы, которые привязывали меня, держали меня за руки. У меня появится возможность путешествовать, у меня появится возможность быть больше и чаще со своей семьей, видеть, как растут мои дети. Второе, что для меня было очень важно, это отсутствие больших рисков. Отсутствие риска больших инвестиций. Когда я начинал свой традиционный бизнес, чтобы его начать, нам пришлось с женой продать квартиру в Киеве, которая по сегодняшним меркам стоит около $500 000. И когда ты каждое утро просыпаешься, ты боишься, что этот день может принести тебе какие-то проблемы, что поставщик или банк откажет в кредите, что клиент не вернет долг, что торговый агент украдет деньги или придет какая-то проверка. Ты всегда находишься в страхе, ты реально не можешь спать ночами, потому что ты постоянно боишься, что ты потеряешь вложенные деньги. Третье, что для меня было очень важно, это личностный рост. Когда ты начинаешь взаимодействовать с этой бизнес-идеей, ты начинаешь расти, ты начинаешь развиваться, ты начинаешь общаться с успешными людьми, миллионерами, посещать какие-то тренинги, обучения, семинары, ты растешь, у тебя появляется время для того, чтобы видеть, как живут другие люди, ты путешествуешь по миру, ты развиваешься. Четвертое – это международный бизнес. Это возможность вести свой бизнес во многих странах мира. Это международный бизнес. Когда я имел свою дистрибьюторскую компанию, я был ограничен территорией. Поставщики ограничили меня городом и максимум областью. Это та территория, на которую я мог продавать эту продукцию. Почему? Потому что в других регионах находились такие же самые дистрибьюторы. Когда я познакомился с этой бизнес-идеей, я увидел, что есть возможность создать свой международный бизнес. И на сегодняшний день, спустя год, я имею бизнес на территории более 30 стран мира. И что это дает мне? Во-первых, естественно, это большой товарооборот, который позволяет масштабировать свой бизнес. И второе, вы не привязаны к какой-то определенной стране, особенно сейчас, в свете всех этих политических и экономических событий, когда локальные бизнесы терпят убытки и уходят с рынка, становятся банкротами. Когда ты имеешь международный бизнес, твой бизнес находится на территории многих стран, и ты не зависишь только от ситуации в конкретно взятой стране. Пятое. Это время. Это то, чего не хватает обычно, когда ты ведешь традиционный бизнес. Когда я занимался традиционной дистрибьюцией, когда я уходил на работу, дети еще спали, когда я приходил, дети уже спали. Знаете, эдакий воскресный папа. Сегодня я имею бизнес и возможность больше времени проводить со своей семьей. Я вижу, как растут мои дети, потому что они растут на глазах, потому что я строю свой бизнес из дома. Я также имею время для того, чтобы заниматься собой, заниматься спортом, заниматься саморазвитием, отдыхать. И, конечно же, у меня гораздо больше времени для того, чтобы проводить его вместе со своей женой, потому что раньше нам этого времени катастрофически не хватало. И последнее, наверное, для многих одно из самых главных и важных – это пассивный доход. Вы знаете, когда твой бизнес начинает расти, традиционный бизнес, как говорят, сначала ты думаешь, что ты имеешь бизнес, но потом ты понимаешь, что бизнес имеет тебя. Потому что в традиционном бизнесе зачастую это иллюзия – пассивный доход. Чем больше твой бизнес, тем больше начинаешь ты работать на этот бизнес. Но та бизнес-идея, с которой я хочу вас познакомить, она дает действительно пассивный доход.
Не так давно мы летом отдыхали со своей семьей в Испании и провели там около месяца и потратили примерно 10 тысяч евро. И все это время я вообще не притрагивался к своему бизнесу, я никак его не контролировал, но за этот месяц, пока мы отдыхали со своей семьей, я заработал почти в два раза больше денег, абсолютно не притрагиваясь к этому бизнесу. Это действительно настоящий пассивный доход.